Это Лера. Окей. Там пиздос, да, какой-то? Да не, на самом деле. В целом, изи. Ну, Сергея Симонова я бы не угадала. Бля, не знаю, я бы, мне кажется, сразу угадал бы. Учитывая, столько всего он угадал, главный герой на стиге голый. Так всегда так кажется, что я бы угадал, да. Ну, бля, ну реально голый герой Сеги, ну, который мы играли. Мы вообще почти не играли на Сеги. Ну, я, у меня есть список из головы, вывалился. Сейчас, секунду. А где мое? Так, а вот это твое. Угу. Такой странный, вот так вот? Вот так, да. Вот так, стой. Я не перевезла? Да, вот так, нормально. Чат в восторге. От того, что Бровян придумал? Нет, от всего. Хорошо. Брови. Ой, ой, блядь! Ой! Что? Кто? Ой! Так, ясно. Кто? А у Леры кто? Неплохо. Это тебе первое. Ну давай, да. Я человек? Нет. Нет. Окей, и тот же вопрос, я человек? Нет. Ладно. Это с консоли. Да. Пойди на бай. Консоль. Я человек. Да. Так не уверен, ответил. Так. Я с ретро консоли, то есть до пятого поколения. До пятого. До пятого. То есть 1, 2, 3, 4. Ну, включительно пятого. Включительно пятое? Да. Хитро, сука, вопрос. Так. Я с пятого поколения. Да. Блин, уши. Я Solid Snake. Нет. Бля, было бы красиво, если я был Solid Snake, пиздец вообще. За один ход. Давай, Лера. Я из Nintendo игры? Нет. Нет. Бля, все плохо. Так, ладно, я одушевленное существо. Да. Одушевленное. Так. Животное. Сложно. Опять сложно? Я не знаю, ты знаешь. Дайте-ка мой телефон на всякий случай. Лёжик, подай, пожалуйста, вот телефон за микрофоном лежит. Вот там, держи это. Бля, ну то есть хуй знает, животное или нет. Я уточнить хочу. Я просто, может быть, это животное, но я не знаю, какое. Может быть, животное, но я не знаю, какое? Ну никогда об этом не задумывалась. Дай загугли это. Может быть, относится к классу животных? На английском будет. Блять, вы меня сразу запутали. Погоди. Что это такое? Погоди, сейчас мы тебя еще запутаем, да? Блядь, Ты понял, кто это? Ну я понял, кто это, но такое, да. Ну так, блядь, это животное или нет? Подожди. А чатик что думает по этому поводу? Я бы сказал нет, на самом деле. Нет, это не животное. Не животное? Так, окей, ладно. Одушевленное, но не животное. Да. Отлично, давай, Брайан. Так, значит, пятое поколение, не Solid Snake. Значит, все плохо. Да, все плохо. Даёшь, что нюхи хитрый колобок. Короче. Всё, блядь. Сейчас. Я, блядь, не Solid Snake сразу. Да, это самое главное. На самом деле, мне сказали, что... я человек или нет? Да. Мне сказали, что... я человек, да? А, точно, человек. Мне сказали, что я не Nintendo, все, я уже в ступоре. Женский пол. Нет. Давай. Так, уже хоть что-то. Спасибо, отпустите меня, отлично. Я одушевленная? Да. Животное? Да. Одушевленное животное. Я из Disney игр? Нет. Нет. Так, мой персонаж главный герой? Нет. Нет. Окей. Мой персонаж главный герой? Да. О, ништяк. Мужик, главный герой.
Блять, и не стали сны. Вот беда тогда. Вот это беда. Все, у меня пустая башка теперь. Потому что я PS1, я больше ни что не играю в МГС. Так. Ну я точно знаю эту игру. Да. Верняк. Так. Я точно знаю эту игру, мужик. Главный герой игры с пятого поколения. Алло, что такое? Это что такое? Что не там, я? Это... Я не могу вас этих движений руки. Это серия игр. Нет. Блин, ну вы еще и что это за хуйня? Эксклюзив на PS1 с мужиком в главной роли, который я знаю? Это что такое? Давай, Лера. Я главный герой? Нет. Да, еще хуже. Ну, ну да, ну нет. Нет, нет. Нет, вообще нет. Да, так, ладно. Не главный герой. Это серия игр у меня? Да. Да. На Nintendo консолях была? Да. Эксклюзив на Nintendo консолях? Да. Разве? Да. Супер Smash Bros. Есть? Да. Не, стоп. Да. Именно он есть? А, нет. Блядь. Прости. Это вот сейчас, блядь, что-то было. Прости, я перепутала. Прости, нет. Ладно, Марио Вселенная. Так нет. Нет. В смысле? Подожди, а почему ты задаешь? Нет же. А-а-а. Все, а в следующий раз минус вопрос тебе. Так. Есть у нас Smash Bros? Нет. Сейчас, секунду. Консоль. Человек. Послушай, меня запутали сначала, да. А что это нет? Вот, блядь, я уже не помню, что это нет. Потому что аутист. Можно так записывать, да, там, да, нет. Да, нет. Дай, подожди. Смотрите, чатик, ответы Брайана. Не знаю, там видно или нет. Покажите зрителям. Консоль, нет. Да, человек, да. Да, нет, мужчина, да. Да, нет. Не, это точно, типа, ГГ, а вот для чего нет, пятый покажи. А, Solid Snake. Не Solid Snake. Не Solid. И подчеркну два раза. Так, главный герой. Игра вышла. То есть, блять, это не серия игр. Что за хуйня? Какие еще есть эксклюзивы на PS1? Алло, я точно его знаю. Чего? Это не то, что ты ешь пиццу. Человек в 2016 ест еду, что? Это пупс. Ты еще. Чего, блять, как? Не серии на PS1 там не было никаких таких игр. Не серии, то есть точно не серии игры. Одна игра всего лишь. Ну, я на 95% уверен, что. Ну это игра. Эта игра обосралась или нет? Хуй знает. Сложно. Ну то есть. Субъективно. Понятия не имею. А объективно она обосралась или нет? Я не помню. Ну скажем так. Она. Популярная в ру-сегменте, например, то есть есть. Да, да хуй знает, Брайан, это сложный вопрос, на который тяжело ответить. Пиздос. Так, окей. Одна игра, пятое поколение, эксклюзив, мужик. Я использую какое-то оружие или кулаками пачки ломаю? Некорректный вопрос, да или нет? Ну, я использую оружие? Нет. Давай, Лера. Я отрицательный персонаж? Блядь, нет, нет. Нет. Положительный, значит. Положительный или нейтральный, значит. Ночного персонажа нет в ССБ, Nintendo консоли. Бля, я уже забыл про Марио в себе. Окей, окей, ладно, тогда пойдем по порядку. Это Зельда вселенная. Нет. Нет оружия у него. Чего? Это эксклюзив? Мужской персонаж. И человек. Человек-мужик. Да. А. Человек-мужик. Это Пепси Мэн? Да. Бля, изи. Вот же, блядь. Почему ты, кстати, вопрос задал? У тебя там пропуск должен был быть. Тренер США собрал всех доступных в регионе покемонов. Давай, сейчас мы с Лерой будем очень долго аутировать. Я вообще хуй знает. Да. Не играл в эту игру? Ну, насколько я знаю, нет. Бля, ты зашутишь, Бровян? Ну ты ее знаешь точно. Эх, мех. Ну, блядь, еще там у меня. Ладно,
То есть мой персонаж является, раз он одушевленный, не животное, значит, мой персонаж является каким-то предметом, в которого вдохнули жизнь? Это предмет? Нет. Как предмет? Окей, ладно, давай. А, я два вопроса задаю. Ну давай два вопроса, хорошо. Бля, я не был бумажный. Это эксклюзив для PS консолей? Нет. То есть это мультиплатформа? Да. Как дети на прыгали. Я в финалке? На самом деле, среди FPS 1 все? Громки очень мало. Да. Без серии. Так, я... Персонаж растения? Игры — это как бы серия. Нет. Не знаю, не очень сложно помню. А с я просто сделал одичку цепочку, потому что Лера как бы стрельнула и... Будем, конечно. Бля. Мне кажется, я догадался. А нет, хотя нет. Блять. Нету ВСБ. Животное. Животное, не Nintendo, одушевленное. Какой, блядь, может быть эксклюзив Nintendo, которого нет в ССБ? Не главный герой. Я положительный или нейтральный. Блять, где эта мультиплатформа? Да, я вообще нафига чего затащим. Между прочим, это тоже затащено, алё, японцы. Это же... Это связано с Dark с Souls серией игр? Блять. Это я даже хз, Nintendo Exit. Бля, что ты мне загадал? Отрицательный персонаж? Нельзя сказать. Окей. Ну или... Ну, это нет. Не... Это не нет, не ладно, хорошо. Отрицательный персонаж? Нет. Можно другой вопрос, потому что такси. Ну, ну да, ладно, давай другой вопрос, хорошо. Этот персонаж враг в игре. Я не могу. Ладно, хорошо, это персонаж NPC. Почему не можешь даже управлять этим? Ладно, хорошо, ладно. Тоже не могу видеть. Блять, ты управляешь, ты можешь управлять этим персонажем? Нет. Это ретро-игры? Да. Блядь. Стоп, покажи свой, там, по-моему... Вот этот второй пункт неправильный. Блять, ты шутишь? Мне только что сказали, серьезно. Почему блядь, неправильный? Блять, ты шутишь? Ну, потому что... Она спрашивала, там было экс. А, экс? Или, типа, нет, там... я сказала, это была на консоли Nintendo, вы говорите нет. А, была. Ну, нет. Блять, была. Ну, я уже понял, что не экс, потому что мультиплатформа. Блять, шутите, у меня со второго просто вопрос уже, блять, что есть на нету на Nintendo. Блин, уже вообще... Подождите, а что был вопрос? А что я только что писал? Спасибо, Кай. Бля, я забыл, что ты только что... А что я только что спросил? Загляни. Чего, вы меня тоже заруинили? Это неправильно, там есть моменты, когда... Да? Да. Блин, что я только что спрашивала, чуваки? После того, как я написала не Souls, вы мне Брайан перебил с Nintendo, я начала писать Ре, и я забыла, что я писала. Да, я сам забыл. Чуваки, подскажите в чате, пожалуйста, какой вопрос только что я задавала? Nintendo игра. Нет, еще. Вот только что после Souls'а. Я начала писать Ре, и что я писала Ре? Блин, Брайан, ты меня еще больше сбил, я тебе сейчас вопрос проебал. А, ретро игра или а, ретро, точно, спасибо. Да. Бля, ну Бровян. А, у тебя ретро игра, да, да. То есть, ну, это не... Ваплиз, потому что... Ладно, эта игра была на марафоне? Да. Так, уже становится проще. Это Сергей. Я лягушка или жабка? Нет. Так, ладно, не управляешь. Хорошо, Метроид вселенную? Нет. Правильное управление выбрал. Верное. Не, ну, блять, а... Если бы не Марио, не Зельда и не Метроид... Была на марафоне. Нет в ССБ. Не, главный герой. Бля, Бровян, какую хуйню ты мне загадал? Ты точно это знаешь? Точно знаешь? И это не Дисней. Да, и ты точно это знаешь, серьезно. Я вот уверен. Ладно, хоть игра, в которую я играла. Не играл уже. Не играл, в том-то и дело. Платформа, ретро-игра была на... Мы ее дропнули? Да.